Чебоксарах пройдет концерт мировой вокальной музыки. Жители столицы в третий раз в рамках проекта «Шедевры мировой вокальной музыки» смогут насладиться произведениями отечественной и зарубежной классики. И не только. Об изюминках нынешнего фестиваля рассказали организаторы концерта в ходе пресс-конференции. Проект «Шедевры мировой вокальной музыки» входит в фестивальное движение «Белая акация». Это серия концертов, программа которых состоит из узнаваемых произведений отечественной и зарубежной вокальной музыки. Наши концерты будут не только народные песни, но вот еще раз говорим, старинные, зарубежные арии. Это Гендель, это Вивальди, это Скарлатти, то есть те, которые писали в 17-18 веке. Это Качини, Ава Мария, да? Луци, Дамбах. В Чувашии концерты будут проходить при участии симфонической капеллы и ЧГУ имени Ульянова. Состоятся они 23 и 24 апреля. Организаторы обещают – только живое пение, никаких фонограмм. Вот уже второй год, второй фестиваль мы открываем с Чувашии, закрываем в Республике Мариэл. И поэтому для нас вот расстояние, они абсолютно не расстояние. Это как раз то, что говорит, что музыка, она стирает все границы. И конкретно мы делаем вот этот проект, почему именно параллельный, почему разум. То есть вот эта сиюминутность, она как бы вот дает определенную сопричастность зрителей, и что для Чувашии, что для Республики Мариэл. То есть как бы работаем практически в режиме онлайн. С каждым годом участников фестиваля и ценителей качественной музыки становится все больше. Организаторы надеются, что русский романс и академическая вокальная музыка никогда не выйдут из моды. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.